Водителей и пассажиров махачкалинских маршруток проверили на ношение медицинских масок и соблюдение транспортного законодательства компаниями. Сотрудники мэрии обратились к гражданам с просьбой соблюдать все меры предосторожности для сохранения здоровья и недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Кроме того, за последнюю пару месяцев участились случаи нарушения правил остановки автобусов для посадки и высадки пассажиров. Напомним, что нарушителям масочного режима грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Сегодня мы стоим на улице Каркмасова возле ЦУМа. Некоторые транспортные компании, которые осуществляют перевозки, кому придет маршрут номер 18, 6 маршрут и 64 вот, большого класса, вот, метан, устраивают здесь накопители, что создает помех для движения других транспортных средств. Насчет масочного режима, мы видим, в некоторых странах уже третья волна пошла, проводятся рейдовые мероприятия на предмет соблюдения масочного режима водителям и пассажирам в общественном транспорте. ГОЧС и участковые инспектора составляют административный протокол по статье 26.1.